Мистер Трэвис, надеюсь, это что-то важное. Вы знаете, что... Сочту за честь, мистер Ти. О, да. Подъем, сучки. Собирайтесь, звонил босс. Нам выпал шанс убить легенду. Вы входите в исследовательский центр Dexter Industries, где ведущие научные умы и высокие технологии делают невозможное возможным. Dexter Industries. Здесь творят чудеса. Исследовательский центр Dexter Industries, где ведущие научные умы и высокие Важная тревога. Я слышу дыхание. Это все очень странно. Нутром чую какую-то подставу. Вот этим я и занимаюсь. Я перезвоню! Конец связи! Ладно, кто это там? Центр Dexter Industries.
Внимание! Подготовка к тестовому проходу! Всем покинуть минное поле! До выпуска тестовых объектов 5, 4, 3, 2, 1, выпускаю! Счеты. Поговаривают, что еще в ранние 70-е. Жуткая история. Мне говорили, Грину было 12. Жил себе на ферме в Небраске. Однажды ночью какой-то буйный парень ворвался в дом. Не двигайся, или я стреляю. Не надейся, я с тебя глаз не спущу. И я не коп. Стрелять буду сразу и... Эй! Не делай ничего, о чем можешь прикрой!
боже мой! Новый уровень допуска. Теперь он может попасть в башню. Хотел. О, чувак! Сегодня будет лучший день в моей жизни после самого сраного месяца в году. Санчес просто отожжет! Я в этом уверен! Ты чувствуешь? О, да! Я понимаю, это будет бомба! О, да, дед. Тоже в кровище. Отбой. Быстро все сюда. Бегом. Ты еще паришься из-за того, что доктор Валентайн сказал? Да не бери в голову. Он может иногда перегибать, но все, я не исключу. Неплохо социально.
Держи свои маленькие жирные ручки над головой! Отлично, отлично. Ты о чем думал, твою мать? Думал, просто завалишься сюда и бодрячком тут... Я тебя видел! Здорово, друг! Эй! Не толпись вокруг меня, задница! Скинь с глаз моих долой! Ага, все под контролем. Никто не пробьется. Ага, мост поднят. Можно двигать груз. Понял. Ну, меня уже все схвачено. Без проблем. Ага, все верно. Ого, хорошо. Что за спешка, приятель? Понятно. Мои жизни, что приказы, ребят, самолет.
Что за... нафиг? О боже! О боже!
на первый взгляд собирается. Thank you.
Смотри, не потеряй. Вот идет красно-бело-синий. Боже, этот чувак сегодня вас. Патриот! Виктория, где она? Ничего не скажу. Кусок дерьма! Лока Пиндеко! Я могу сделать гораздо больнее. Ладно, она у шерифа. В здании суда. Но к нему лучше не суйся, будут проблемы. Он дерется грязно, не то что я. Я не боюсь проблем. Я не могу оставить тебя в живых. Хотите зарегистрироваться? Бен Франклин. О, проходите, сэр. У нас легкий завтрак с 7 до 9 в зале Тики. Счастливые часы с 5 до 8 тоже в зале Тики. Майтай 2 по цене одного, пина колада у нас... А что-нибудь попроще? Принесите бутылку в ваш номер, мистер Франклин. Чего-нибудь темного. Да, сэр. Thank you.
Прощайтесь с Богом, засранец. Thank you.
Утешайте его. Господи, отсюда надо бежать. Я видел, как они окружают кто-то из следов. Не теряйте его и пошли. Значит, нет. Ваши люди обыскали? Внимание, цель движется.
черта? Доложите обстановку. У нас тут ранены. Прием. У нас тут... Следите за тылом. Его нельзя упустить. Что? База, осторожно. У нас потери. Да, я так и думал. Это труп. У нас неприятности. Вероятно. База, у нас погибший, как слышно. Цель где-то здесь. Совсем рядом.
мешает! Я его знаю. Никак нет, мы не видим цель. Она вне зоны видимости. Святые, отвечайте! Святые, вы слышите меня? Миссия про... 47-й. Трэвис, я тебе доверял. Тебе поручили задание, а ты предал агентство. Ты унизил меня! Человек его видели, и ни один из них не может его описать. Только татуировка на лысой башке. Думаешь, это правда? 47-й? Не знаю, но я его возьму. Детектив, это оставили на регистрации. Сказали для того, кто будет искать 47-го. Уже выделила для вас три команды. Хорошо. Возьмем девчонку, убьем их всех и заберем наши деньги обратно. В этом году агентство не выделяло деньги на выкуп. Можно спросить, куда мы едем? Хоу, Южная Дакота. Посмотрим, как умрет легенда. Далее дело Dexter Industries против Кевина Циммермана. Незаконное проникновение. Где подозреваемый? Ваша честь, с заключенным произошел несчастный случай в его камере, и его везут в лазарет. Понятно. Думаете, он выживет? Выглядит так себе. Он сильно ударился. Дело закрыто. Ну ладно, я тогда пойду обратно в тюрьму, проверю наших пташек. Пока, Ваша честь. На чем мы остановились? Народ против Тимоти Хоука.